Всем привет, друзья! Продолжаем с вами играть в Call of Duty 4, Modern Warfare. На связи снова Драйвивка. Значит, в предыдущей серии у нас нужно было нам уничтожить, точнее, захватить пусковые установки с ядерным оружием. Но в итоге у нас получилось так, что мы не успели. Захаев их успел запустить. Только я так и не понимаю, как он может выжить-то. Как он мог выжить? Я же в него в голову прям попал. Непонятно. Ладно. Давайте смотреть дальше. Ого, сколько их там, нифига себе. Понятно, как у русских, да, если это русские, как бы, почему у них Блин, я бы хотел за другую сторону играть, честное слово. Ну ладно, чисто пиндовская игра, такая честно. Да что такое? Какое?
Ого. А, так это. Если вы оба не техники. Одна открывается. А, еще две открываются. Еще две. Прикольно. А, это наш, вы извините. А я что, не могу? А, могу. Так, прошли очередную миссию с вами. В принципе, ничего, не такая уж она и сложная была, да. Но опять же, вот этот наклон, то, что мы играем против русских, конечно, подвешивает. Но, ладно уж. За американцев мы играем. Я бы, конечно, поиграл бы за другую сторону. Ну, невозможно. Все, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.